Не, нормально, пусть у меня рюмка. Уже все у нас эфир. Ты убрал? Первая трансляция, поехали. Слушайте, это крайне волнительно на самом деле. Тут смотрите, тут все. Подожди, я сейчас выключу. Выключай эту музыку, поехали. Дима Яшанькин. Ксюшка. Я. Можно вот так вот, да, сделать? Два раза, да? Да, на экран, да, это лучше себя. Мне подписаться, сейчас надо учиться подписываться. Когда включается какой-нибудь гимназ. Привет из Минска, спасибо, качки с боли, добрый вечер. Ну, на самом деле, да, мы действительно собрались здесь все. И очень рада. Я даже не знаю, надо какое-то действие, да, делать? Нет, просто отвечаешь на вопросы. Отвечаешь на вопросы, я смотрю, вот здесь, пока не делаешь. Раги, боссы, волны. Да, отвечаешь на них. Я буду. Камера подпись. Извините, сейчас камера вытру. Давай, давайте протрем. Подожди, давай протрем. Камера передняя, которая. Вот эта передняя. Да, сейчас. Простите, ребята, я помогаю. Все. Я 10 лайков не даю. Так, микрофон рукой закрывал. Зеленые лайки. Ну это Samsung, это не iPhone. Зеленые лайки мои. Слушайте, прикольно. Давайте зарубимся в лайках. Кто больше лайков сейчас наставит? Лайки. Да, не, лайки. На самом деле. На самом деле. Мы смотрим на твою трансляцию, ставим тебе лайки. Ты что так быстро мне говоришь? Ребята, звуки выключаем. Отвечай на вопрос. Население вы. Лай, да? Не, на самом деле оказалась очень забавная штука. Я буду, конечно, теперь каждый день. Завтра мы будем снимать... Что я буду завтра снимать? Я завтра буду... Где ты будешь завтра? Я завтра буду в каком-то Алекс Фитнесе, и мы будем снимать с Усмановой... Не знаю, как правильно это называется. Какую-то штуку мы будем снимать. Да, Усманию будем снимать. Вот, так что постараюсь. Микрофон закрывайте. Постараюсь, да. Где в Алексе? Слушайте, Алекс Фитнес в Коломенском. Вот, я вспомнил. Хороший клуб, кстати. Да? Да. Вот. С 10 утра и часов до 6 будем снимать. А микрофон у меня где? Вот. Яшанькину привет от Федоточкина. Федоточкин, я запомнил уже тебя. Знают, Дима, разблокируй его уже. Сколько можно? Он нечаянно его заблокировал, получилось так, что он... Да, Ригин, тебе тоже привет, но он арбуз убил. Поглощает арбуз. А дети, между прочим, на час ночи, да, они еще не спят. Но день рождения справляют, и это можно, потому что завтра воскресенье, они могут отсыпаться, и у них вторая смена в школе. Мне не слышали. Вот оно в чем. Привет передали? Всем привет. Слушайте, Рок. Яшанькина, посоветуйте в Митино на местности клуб. Есть очень хороший клуб в Вейпарке, Папа Смит называется, два зала, и, ребята, приходите, потренируйтесь. Привет, ребята. Вам понравится. Такая школа СССР. Не закрывай микрофон пальцем. Микрофон, где этот микрофон находится в этом телефоне, кто знает. Слушайте, надо Samsung. Надо купить нормальный телефон себе и буду тоже... А нормальный это какой? Это хороший телефон. Судя по всему, надо вот так, наверное, говорить, и тогда можно будет увидеть... Ты просто делаешь громкость на полную, и совсем здоровый. У тебя 90 человек тебя просматривает. Слушайте, очень приятно, я буду стараться делать это чаще. Завтра что-нибудь в процессе съемок надо будет обязательно поснимать. У него просто огромная рука. Баку, привет всем! Привет из Баку. Ребят, надо вызывать такси, потому что завтра... Да ладно, чего еще нет? Мы тебе предоставляем спальню. На гостиную. Ребята, кстати, баню... Самый спокойный ББ машина. Нет. Вы в кадр не помещаетесь. Мне нельзя. Так, ребят, все, давайте всем спать, потому что, судя по разнице во времени, здесь и Казань есть, а в Казани у нас разница есть во времени? По-моему, есть. Да. Нет, подожди. Нет, Казани времени. Вот. Ну, в любом случае, почему вы не спите, в конце концов? Да, потому что ты выходишь в эфир, вот все люди тебя ждут, они спят. А надо банку? Надо вот так вот сделать, да? Как вот так вот. Банку. Да ладно. Лайка босс, you know. Лайка босс. Есть еще? Лайка босс? Есть. Минск тоже здесь. Владивосток проснулся.
Смотри, сколько тебе сообщений. Слушай, налейте, что там, Ригер налить? Не-не, тебе налей, чтобы песню со мной попел. Хорошо, обязательно. А причем серьезный такой человек утверждает. Ради тебя, Станислав, и ни с кем, понимаешь? Как приятно. Я не знал, что так интересно ты сидишь, да? Читаешь. Like a boss. И при этом ты отвечаешь на все вопросы. А я тоже могу так помогать... писать другим людям? Нет, ты писать не можешь. Когда можешь отвечать на вопросы. Цель в Москве? На самом деле цель была быть в Туле. Я вчера там, сегодня, уже вчера, календарно вчера там был. А завтра, как я уже говорил, будем с Усмановой снимать видео. А сегодня он приехал к Ешанькиным в гости. Да. Ешанькины, привет! Учиться, камеру научить переключать. Ну, я постараюсь, ребят, постараюсь. Из Тулы привет, спасибо. Ну, слушайте. Знаете, сколько лайков идут у тебя, сердечки? Это говорит о том, что люди тебя очень любят, и тебе чем ставят кусануть, лайки. Чем кусануть, это, наверное, Дим, у тебя есть какие-то версии, чем кусануть? А он арбузом. Это к тебе, наверное. Арбузом, мы арбузом и пиццей. Куринобол. Куринобол. Курс куринобола нормально заходит. Так, ладно. Вся крутая банда. Респект, спасибо большое. Так, все, давайте, доставайте водку из-под стола. Виски, все какие-то. Да, да, да. Баян, что там еще? Сейчас я уже разливаюсь, да? Сейчас кто-то пьяный из кустов. Вытащим. Да. Ждем. Спокойной ночи, друзья, на самом деле. Расчистите из-под стола, достаем. Спокойной ночи вам всем, ребят. Спасибо, что вы были сегодня на первой трансляции. Ты молодец. Да, я на самом деле я не умею с телефоном общаться, но теперь буду учиться. Так что мы помогли немножко нашему дорогому другу познать, что такое перископ. Так что теперь он будет всегда рядом с вами, отвечать на ваши вопросы. Иной раз показывать свои тренировки, помогать вам в ваших продвижениях. Правильно? Правильно. И зеленых лайков тебе побольше. Зеленых лайков. Вот, и красных тоже. И фиолетов. Все, друзья, спокойной ночи вам всем. Тут все тут балуются. Все лайки ставят. Интерактивные. Да, кстати, посмотрите, что мы тут едим. Это было овощи, это пицца, это мясо, это были арбузы, кока-кола исключительно лайт. О, и тульский пряник, слушайте. Ребят, это мне подарили, но я передарил. Огрызки, блядь, показывают. Ну это съели, что теперь? Зато тульский пряник. А пинчику на ночь. Хочу пряник. Хочу пряник. Нет, пряник это на сладкое на утро, ребят. Зеленый. Ешанькина не смотри. Ребят, все, спасибо, спокойной ночи и надеюсь до завтра. Завтра обязательно увидимся. Всем пока. Спокойной ночи вам. Все, всем скажу пока. Соскакивали. Good night. Good night. Пока. Все выключается. Как выключать? А просто выключай все. Знать бы как. Ешанькины нанесут видео в массы. Останови трансляцию, нашел. Турика на ночь. Слушай, я была какашечного цвета. Мои сердечки были самые какашечные. Мои зеленые. Видишь, мои зеленые пошли? Слушай, нажимаю, смотри.